Всем-всем привет от Катвискас 98. Сегодня я иду на завтрак и беру вас с собой. Пошли. Hello, девочки. Смайл. Доброе утро. Как настроение? Молодцы, веселенькие такие. Мне нравится ваша цветовая гамма сегодня. Очень хорошо. И сегодня будем говорить о политике. Как вам эта тематика? Вообще никак. Молодцы. Я вас поставлю на нужную волну. Мы вообще не понимаем ничего в политике. Я вам расскажу. Путин рулит. Все, я все сказала. Окей. Смотрите, нам дали грязный стол. Так, ну, девочки, значит, Анину позицию мы уже поняли. Да. Оля. А потом я скажу свою. А что нужно сказать? Ну, как это? Ну, тематику, которую я задала. Мы говорим о политике. Политика. Что это за слово? Да, что политика. Это сказала блондинка. Это что-то сексуальное, я так думаю. Наверное. Это что-то, я думаю, вот... Об этом. Из Камасутры? Да, это такая позиция, кстати. Как раз кандидаты мужского и женского пола. Может быть, им посоветовать? Да. Кстати, у них, возможно, нереализованное сексуальное, что они так друг друга кидают. Даже муха ее атаковала. У них уже даже климакс давно... Дай мне! Что он козел, что она коза. Okay. Но я определилась. И смотреть ни дебаты не хочу, ничего. Мне просто неинтересно. Я схожу, проголосую. За кого? Это мой большой секрет. Секрет, да? Окей. Я бы за Трампа проголосовала, но нельзя. А тебе не секрет? А, да, тебе нельзя, потому что Аня у нас не гражданка, да? Только когда ты гражданин, да? Да. Окей. Да. Угу. А я гражданинка. Да. Ага. Гражданка. Ага. Окей. Где мой салат? Салат, подожди, расслабься, салат придет. Значит, так. Из двух обезьян нужно выбрать что-то невероятное. Что-то среднее, да? Ага. Так, Аня у нас очень занята выбором, да, мы голодненькие. А я сейчас расскажу, что я думаю. Давай. Значит так, я бабка Вещунька. Вот я предвещаю потом, девочки, может нам поспорить на 100 баксов? Каждая кладите 100 баксов, спорю. У меня штук нету. Я кредит карта. Значит так, я бабка Вещунька, вот я прямо чувствую, не знаю почему, у меня в последнее время, вот что-то я чувствую, то все сбывается. Значит, что я чувствую? Значит так, два кандидата, конечно, без комментариев, но они фишки. Как в цирке. Знаете, их выпустили, чтобы они посмешили всю Америку и весь окружающий мир. Я так думаю. Вон даже дядечки сидят, смеются. Не, серьезно, вот у меня такое чувство. За ними совершенно другие большие сильные политические силы, которые себя не афишируют, которые не показывают своего лица. И они просто используют их как марионетки в своих интересах. Значит, Катя, да. Можно вопрос? Да, можно. А какой у тебя натуральный цвет волос? Я стала а-ля натуральная блондинка. Это твое кофе, да? Вот это вот? Да, это мой кофе. Yes, please. Я просто к чему? Я становлюсь блондинистой и блондинистой, да. Нафига тебе вот это вот нужно? Зачем ты засоряешь себе голову? Я никогда, между прочим, все знают, что я никогда не обсуждала политику на своем канале на YouTube. Но сейчас я хочу просто... Это даже не о политике, а о моих предчувствиях, что я становлюсь бабкой-вещунькой. Так что, если кому что-то надо, обращайтесь. Там, предсказать. Я никого не лечу, но предсказать могу. Короче, долгая история короткой. Трамп. Трамп любит Путина. Трамп любит Россию. Может быть, там какая-то надежда будет, что будут какие-то взаимоотношения, и нам будет легче все-таки ездить в Россию. Трамп, по-моему, никого не любит. Может быть, он прикидывается. Хиллари. Девочки, вы такое слышали, мальчики? Вот меня это просто убило. Когда было такое высказывание, если Хиллари не смогла удовлетворить собственного мужа, кто сказал, что она сможет удовлетворить всю Америку? Она, не знаю, все говорят, что она устроит... Она устроит какую-нибудь заварушку в виде новой войны. Значит, это вот такие вот печальные истории. Я предсказываю, что будет Хиллари. Трампа никогда не пропустят, Трампа никогда не выпустят. Будет Хиллари, а за нею будут те силы, которые за ней есть. А мы об этом узнаем, к чему это приведет. Ты голосовать пойдешь?
результате. И ты решил не ходить. Но наш я не знает, я в этом году стала очень атеистично смотреть на это дело. Это хороший вопрос. Я еще по поводу этого скажу. Я не верю в голос простого человека. Это все сделано для того, чтобы массы успокоились и чтобы они думали о своей значительности, что они вот пуп из земли, мы не кто-нибудь, а мы выбираем президента. Нифига! Президента выберут так, президента, вот так, дебаты, это мне уже говорят, шаш. Значит так, президента в любой стране, что в России, что в Америке, регламент, что в Китае или в Африке, выбирают без нас, поэтому вы не обольщайтесь, что вы идете там, стоите в очередях, чтобы проголосовать и кинуть эту бумажку, нифига, это все для отвода глаз, для показухи, выберут того, кого надо, будет Хиллари. Вот если я права и Хиллари выиграет, все по $100 мне. Пока. Я не согласна. Почему? Потому что я с тобой не спорю. А, да? Окей, ты тоже думаешь, она будет... $100 жалко. Ах ты жадюга для любимой подружечки. Ой, не могу. Ну, в общем, посмотрим, да? Все, девочки, приятного аппетита. Я официально разрешаю кушать и заказывать еду. Пока.